В Самаре горел склад пиротехники. Как сообщают очевидцы, сначала в помещениях на заводском шоссе произошел хлопок. Позже стали разлетаться петарды. Отчего в соседнем помещении загорелся уголь и задние колеса припаркованного автомобиля «Газель». Работники склада попытались самостоятельно потушить транспортное средство. В результате мужчина 1966 года рождения получил отравление угарным газом. Второй получил ожог руки и был доставлен в больницу. На место возгорания прибыли пожарные подразделения. 18 единиц техники и 78 человек личного состава. В этот момент огнем уже было охвачено 80 квадратных метров. Хлопки от разрывов фейерверков и петард были слышны за несколько километров от складских помещений. А густой дым покрыл всю промышленную часть города. На ликвидацию пожара специалистов ушел час. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.